Начнем со срочных сообщений из Нигерии. Там захвачены российские моряки. По данным агентства Associated Press, речь идет о членах экипажа танкера «Леон Диэс». Как выясняется, на судно вооруженные люди напали еще на прошлой неделе. Они угрожали его взорвать, но в итоге делать этого не стали. А пятерых заложников увезли. Среди них двое россиян, главный инженер и механик, а также двое граждан Филиппин и один грузин. Вероятно, считают эксперты, за них будут требовать выкуп. Других подробностей пока нет.